провели игру с Енисеем молодежным составом. Если взять состояние физической команды, я имею в виду те, которые игроки играли в стартовом составе, естественно, накопилась такая усталость. У нас все-таки были задействованы некоторые игроки еще в предыдущей игре с Хабаровском. Поэтому, конечно, плохо, что не выиграли для эмоционального фона. Но, считаю, достаточно создали там остроты и моментов. Сегодня провели мы первое занятие организационное собрание как раз по выходу из обороны в атаку. И в отдельных моментах как неплохо получалось. Продолжаем работать, двигаться. У нас еще запланирована еще одна игра с командой Болгарии. Поэтому сейчас эти дни займемся организацией игры. Уже в контрольном матче сыграют игроки, конечно, такого стартового состава. Надеемся, что взаимодействие в линиях будет улучшаться. Для этого и работаем.